Привет! Прямо сейчас в своей группе ВК я провожу конкурс для своих подписчиков, в котором я разыгрываю клавиатуру, наушники, игровую мышь, игры на ПК, а также разные пакеты прокачки персонажей в GTA Online. Заходи по ссылке в описании и участвуй в розыгрыше. Вот так вот не можешь, я, наверное, думаю. Серьезно? Было сейчас красиво! Спасибо! В принципе... Ни хрена себе! Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, также Димка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва автогонщиков против копов». Здоровья, пацаны! Итак, ребята, сегодня мы находимся прямо в центре Лос-Сантоса, ребята, на такой вот строчке. И у нас сегодня есть 5 таких вот крутых тачек. Это новенькая Audi RS7, 2 реактивные тачки, а также Diablo и Evolution Mitsubishi. Ребята, сегодня Димон от меня эти тачки должен будет как-то прятайся в зоне, которую сейчас мы вам и покажем. И после этого я должен буду их незаметно угнать и привести в одно место, которое мне покажется максимально незаметным, ребята. Ставьте лайки с такой идеей. Давайте мы соберем 4000 человеков, и выходит новенькая серия по этой рубрике, ребята. Все как всегда. И в комментариях предлагайте свои идеи для того, какие тачки нам угонять в новеньких видосах. Но, ребята, мы полетели готовиться. Итак, ребята, сегодня мы взяли вот такую зону. То есть, смотрите, такие стоят точки. Это, ребята, выделенная зона для поиска автомобилей, которые прямо сейчас Димон и ставит в этой зоне. Все очень просто, ребята, постараемся максимально незаметно проникнуть на территорию и угнать оттуда тачки у Димона. Поэтому, ребята, полетели к нему в конференцию. Ну что, ребята, мы начинаем, мы поехали, мы помчимся. Диман, здравствуй, здравствуй, Диман. Утром ранним, да? Так, ребята, время у нас пошло, у нас есть 15 минут, поэтому тик-так, тик-ток. Тик-так, тик-так, тик-ток. О, это Юрец! Где? Я Юрца вижу. Где? Ты сбил Юрца? Ты сбил Юрца? Что ты взял, что он... Я его сбил. Что ты взял? Не знаю. А что ты мог сделать? Еще? Что ты взял, что я сбил Юрца? А ну-ка, не знаю, но... А что, а вдруг? Что? А что, а вдруг? Я сейчас кое-что видел, как один в подворотню заехал. Какую подворотню? Ты что там делаешь? Алло, тихо. Подворотню заехал. Ничего не знаю. Да, елки. Ага, ладно, до свидания. Ладно, все, поймал. Ну, это было очень быстро. Ладно, давай повторим. Давай, попробуй. Ладно, я понял, что я спалился. Максимально палевно такой, типа, сказал, что ты его сбил. Значит, типа, где-то был рядом. Ладненько, но сейчас-то я не завафляндю. Поэтому... Фондю. Не за вафлиндю, за фондю. Фонди. Так, вопрос, где только тачки стоят? Вопрос, где стоят тачки? Потому что до сих пор я ничего не видел. Это очень странно. Это у меня приоровский движок раскочегаривается. Приоровский движок? Неплохо. А, стоп, это же не зона. Неплохо. Так, мне только интересует, где реально стоят твои тачки. Потому что до сих пор я ничего не видел. Ни одной тачки. Это плохо. Вау, почти попал. Почти попал в кого? Почти попал. Почти попал. Ребята, если я пропускаю тачки в комментариях, там котики, пишите. И... А где тачки стоят? Тебе прям все скажи, расскажи. Да, мне покажи, да расскажи, да. Да покажи, да расскажи. Так. Ну что, ладно. Что по поводу этого мне сделать, ребят? Я на самом деле реально не понимаю пока, где стоят тачки. Просто я их не вижу. А нет, я тебя хотя... не вижу. Вот это ты плохо. Меня не видишь, да? Я только сейчас понял, за кого я играю. Ну ладно. Так, а ну-ка. Да, вот за интересного такого человечка одного. Так, ладушки, а ладушки... Зараза! Вот и зараза! Ладно, хоть по-плохому будет по-плохому. Газу! О! Нормально! Что? Как это? Как было? Не знаю, но получилось интересненько. Давай, газу. Ха-ха, ладно. Первую тачку хотя бы угнали, это уже меня радует. Так, ну-ка. Так. Тебя это не радует? Улетел. Ты улетел? Хорош. Мне это очень радует, поэтому... Но я обещал вернуться. Ты что, Карлсон? Понимаю. Не сработала моя стратегия.
Точнее, многие пытаются, но мало кто у кого получается. Да? Так, если мы это сейчас сюда. Кстати, а ну-ка, давай. О, есть идея. Есть. Идея, окей. Гениально. Я должна была быть идеей, но не получилось. Не получилось. Да, здорово, я здесь. Да ну, я должен был. Нет! Газу, все, уходим. Не хочу. О, видал? Пока! Нормально получилось, хорошо, вы это видели, красиво, так как ушел. Так. Кустик, блин. Какой еще кустик? Я не кустик. Кустик это я уже... Я же самое сделал, это несложно было. Ну не сложно, это было неожиданно, как минимум для тебя, поэтому... Так. Все, мы ушли. Куда ты шмыгнул? Да. Понимаю. Так, ладно. Ладно. Блин, ну ребята, очень страшно, потому что хочется Димана как бы уйти от погони, но Диман-то быстрый жук. Навозник. А если мы сделаем вот так вот, ты меня, по идее, не найдешь, ведь, да, надеюсь? Куда ты уехал? А вот не знаю. А как ты думаешь, куда я мог уехать? Так, ладно. А кто его знает? Все, хорошо, получилось. Сейчас сделаем последний красивый, ребята, маневр. Последний. Есть тактика высота. Тактика высота? Угу. Точно, работающая тактика у тебя или как? Не знаю. Тактика высота. Нормально, все, рабочая, ребята, стратегия получилась хорошо. Ладно, пускай будет здесь первое место, короче, гляньте, это просто, ну, идеальное место. Просто чекайте, бац, и вот так вот, вот, все, хорошо, просто прикольно. Все, машину припарковали, идем дальше. Итак, ребята, собственно говоря, прошло уже почти 4 минутки у нас все временем, а у меня до сих пор всего одна машина, и то как бы неизвестно, Диман был на хвосте или же нет. Ну, вроде как не было тебя на хвосте, поэтому... Так, ага, ну, ага. Как говорится, надо тебе поднапрячься. Надо бы. Вау! Надо поднапрячься, надо поднапрячься. Так, да, ладушки. Подожди-ка. Ладушки, а ладушки. Что делаешь? О! Что делаешь? Понимаю. Так. Ты точно не уйдешь. От кого? Меня. А я тебя и не пытался, собственно говоря, уйти. Так, все, сделаем пока так и пойдем сейчас сюда. Ну-ка. Хорошо. Вопрос в том только, где ты? Откуда? Откуда? В смысле? Откуда стрельба? Понял. Куда я? Ты утопил ее? Нет. Это было... И куда дальше поедешь? Да, у меня более чем все в порядке. У тебя беды с башкой. Возможно. Не спорю. Есть такое, как бы, возможно. Но, тем не менее, стратегия оказалась, скорее всего, рабочая. Так, ладно. Так. Ну, зараза. Зараза, прямо здесь он стоит около меня, понимаю. Так, давай. Я же вижу, куда ты падаешь, да? Поэтому туда еду. Давай. О, здорово. Хеллоу, давай разгоняемся. Та-та-та-та-та-та-та-та. Сейчас будем, ребята, красиво уходить от погони просто. Готовы, Диман? Ты готов, скажи мне, ты где вообще? Ты что-то потерялся? Я рядом. Вот так вот не можешь, наверное, думаю. Ну, как бы... Что ты такое сказал? Ладно, допустим, допустили. На! Не стреляй! Зараза. На! Да почему не работа? Почему ты не улетаешь? Я далеко нахожусь от тебя. Да, ладно, хорошо. Так, ну, ребята, это так... Это тачка, которая, по идее, могёт... Ладно, где мой Валера? Волшебные вещи, поэтому... в смысле, какой еще Валера? Давай без Валера своих. Еще не настало его время, поэтому... Так, ладно. Так. Ты все равно думаешь, что ты уйдешь на ней от меня. На! А толку? На! Все, пока. А толку? Ну, я думал, что это красивенько. Не стреляй! Нет, минус колесо! Ты застрянешь, минус колесо! Раззадорил только. Ладно, допустим, допустили. Давай. Неплохо.
должно было быть, но в целом почти так и получилось. Давай, давай. Это... А, привет. А ты где? А смысл ты сделаешь? Алло! Понимаю. В прямом. А вот это было реально неплохо. А это было ведь реально, ребята, сейчас неплохо, только у меня минус колеса, поэтому что делать мне, ребята, я реально не знаю. Уйди! Плохо дело. Плохо дело. А вот не знаю. А вот, Диман, все, нет у меня больше, остань. Я могу предположить, что ты вот здесь где-то. Меня, знаешь, что меня устроит это место? Меня это место, в принципе, устраивает, поэтому оставляем здесь тачку и идем дальше. Хорошо, пускай будет так. Друг, не забудь подписаться на канал, а также поставить колокольчик, чтобы не пропускать новенькие видосы. Каждый день на канале выходят два новых видео. Приятного просмотра. Так, ну что ж, на самом деле, я пока тут все это дело проворачивал, я еще одну машину как бы нашел, поэтому... Работаем! Тик-тик-тик. Вопрос, какая машина там была тобой замечена? А вот ты не узнаешь никогда. Ты не узнаешь никогда. Да чё, смысл? Как ты понял, что я? Как? Я всех ботов стреляю. Да? Понял? Да. Нет, сядь, сядь, ты. Сядь, да ты. Сядь, быстрее. Садимся. О, нормально. Not bad. Так, давай. Подожди ты. Подожди. Мафия за нами. Мафия? Да. Мне кажется, это немножко не мафия, но ладно. Ладно. На! Нормально. Лежать. Не рыпаться. Все, понял. Все. Димана, стреляйте. Молодцы. Все. Тихо. Газу. Мафия не знамя, Дима. Мафия была с тобой. Так, давай. Уходим от погони. Может быть. Шашку, опа. Заложили красиво. Ну-ка. Опа. Здесь мы так вот. А здесь сделаем сейчас красивенько вот так вот. И вот так вот. Опа. Дима такого не ожидал стопудово. Зараза. Я думал, ты сейчас перелетишь дальше. Так. Так. Ага. Так, а ну-ка, ты не смог, да? Нет, ты смог. Это плохо. Это очень плохо, на самом деле. Газу. Давай, Лансер, уходим от Бугатти. Лансер уходит от Бугатти. Давай. Да не, братанчик, все, тормози. Почему? Это больше твои фокусы явно не помогут тебе. Ты серьезно? Воу, это было сейчас красиво очень. Это же был лайк и босс. Здорово. А че генератор не взорвался? Давай. Почему он взрывается в любой неподходящий момент? Давай. Когда ты снимаешь себе. Это да, кстати. Да. Так, все, уходим. Так, сейчас мы сюда вот, опа. Опа, да, как от тебя уезжать? Давай, никак, нормально, все, ребята, просто уходим от погони. Просто на ускорителе я еще бы понял, что ты уехал бы, а тут уже сложно. Я в домике. Зараза. Здорово. Иди отсюда. Ай, у меня игра свернулась. Серьезно? Хорош. Уже развернулась. Я думал... Что ты сделаешь? Все нормально. А ты что делаешь? А ты застрял? Ладно. Не, я проехал прямо. Серьезно? Блин. Да, прямо проехал. Обидненько. Так, ладно. Ну все, короче, я уехал по-любому. Ты меня... Как ты меня заметил, алло? Добросилась розовая тачка на сером фоне. Да? Так, давай. Так, это мы сейчас сюда. Блин, ну как от Димона уйти от погони, я вообще не представляю. Давай. Сейчас мы сюда. Так, давай. И вот так вот вниз, опа. Да иди ты, ну хорош. Ну не надо. Не надо! А, ты меня провалился! Серьезно? А куда ты мог поехать? Ну, типа сюда. Давай. Ты меня пинганул и свалил. Да? Да. Не, есть одно подозренице. Нет? Подозрений больше нету. А, ладно, короче, вроде как все получилось хорошо. Но это не точно, поэтому ставим пока машину здесь. Че ты ржешь? Где ты? Меня нету. Ты в домике?
А зараза, да ну, ну нет, колеса пробиты, ребята. Я на ней уже не уеду, все, ладно. Поймал, поймал, да. Хорошо, все. Ладненько, эту машину даем, идем дальше. У меня, ребята, еще остается буквально 3 минутки, поэтому надо как-то исследовать еще остальные места, потому что я пока не знаю, где находятся две последние тачки. Две, ребята, машины, целых две тачки, и... не знаю, где находится две последние машины. Вот реально просто не понимаю пока. Дима, ты где их поставил, скажи? Ты прям жестко ставил или как? Да по твоей измененной интонации я уже слышал, что что-то ты спалил, вопрос какой. Я вот тоже не знаю. Не знаю, братанчик. Что такое? А переодеваться тебя учили? Зараза, да в смысле? Да иди ты. А как здесь? А, понял, понял, хорошо. А давай, давай, давай. Понимаю, понимаю, ладно. А как отсюда выехать теперь мне? А как мне теперь выехать отсюда? А как? Да, подожди. Ну, через F2 пролетит, а через F2 давай, пролетит. Да, я все. Просто думал, что ты сядешь все, боком и поехали. Выстрелишь и вылетишь оттуда. А так как ты там застрял, это все уже. Нормально было бы, если ой, бы... дурак. Еще нет. А вот сейчас будет, ребята, очень красиво, наверное. Ой, ты дурак. Ой, отлично, слушай. Ой, беда, беда. Я приземлился, супер. Беда, бедуля, беда. Беда, бедуля, беда. О. Давай, давай. Ага. Давай, давай. Ага. Беда, бедуля, ага. Беда, бедуля, беда. Что делать ага. мне? А что мне делать, ребята? Я попал на ТВ. Ага. А что мне делать? Я не знаю, ребята. Что мне делать? Так, я... на самом деле... Нормально! На крыше! На крыше дома твоего... Вау! Нету, гони воду, нет! Сейф! Ладно. Решающий момент всей моей жизни. Нет, гони в ту воду! Нет! Ну там уже точно не засейвишь. Ну тут уже все, да, ребята, минус тачка. Ладно, еще есть минута, ребята, готовимся к последнему угону, поехали. Всего минута, ребята, у меня осталось минута, очень мало времени. Так, ладно. Ладушки. Ладушки, а ладушки. Что произошло? Что, все боты взбесились? Что произошло? Быстро, 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 время очень мало. О, привет. А, да иди ты. Не трогай! А, это ты пустил газовые шашки, я понял. Все. Да. Давай, 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 Диман, 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 Диман. О, нормально, под тебе поехали. Не, нет, не в ту сторону, и не все. Надо. Не надо, мне в ту сторону. И все, тормози. Не, 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 нет, сам ты в тумане. Все, газу, 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 газу. Новая RS7, ребята. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так, поворот налево. Опа, поворот налево, не ожидал. Неожидуемо. А, да. Было такое. Неожидаемо, ожидуемо, так. Кстати, но она так, такая себе по скорости. Слава богу. В принципе. Ни хрена себе! Ты вообще нормальный? Ты нормальный? Ты видел это? Это просто было нечто сейчас. Нормально, все. Жив цел орел. Жив цел орел. Диман, ты где? А, пока. Пока. Как там по ту сторону баррикад? Нормально все было? Ой. Зря ты не поехал налево. Да я хотел, но не получилось. Да ну, да ну. Мне кажется, на ней вообще ничего такого не сделаешь. Ох, ты его. Спасибо. Вы это видели? Вот это было круто. Это просто лайк, 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 лайк. Это было очень круто. Хорошо. Знаешь, что минус какой у этой тачки? Но. Какой же? Да не важно. Да ну иди ты, ну в смысле ты уже здесь? Я так, да как ты здесь оказался? Она очень медленная, у меня очень быстрая Бугатти. Да а ну. А вот и весь минус. Я так хорошо уехал, а? Это такой лайк. Уехал ты, не спорю, хорошо, но... А, что тут, стоп, а, вон. Понимаю, я застрял. Понимаю, понимаю, ладно, ребята, тебя тупо спалил машину столб. Бросаем, понимаю. Тебя тупо короче. Спалил столб, понимаешь? Ясно, получается, я сегодня я угнал две тачки, ребята, я их смог угнать, и их получилось реально пригнать в нужное место. Диман, наш день находится, хотя бы одна.
А, нет. Сейчас покажу. Так, первый здесь, Диман. Да, стыд получается прямо здесь. Я ее поставил. Я просто прилетел, понимаешь? Просто прилетел сюда. Здесь я ее оставил. Прикольненько получилось. Окей. И вторую, Диман, поставил прямо вот здесь, получается. Что? Вот я прямо сюда ее поставил. Такое прикольное место. Это было далеко. Я просто на мост как бы запрыгнул, вот потом так получилось. Ребятушки, ставьте лайки за такой прикольненький видосик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Всем пока, ребята.